пить, но они оказались хитрее. Теперь я им должен. Вот, Ваня, вот что ты за человек, а? Ты даже к этому фестивалю не мог нормально подготовиться. Вот бери с нас пример, пацаны, подготовились. И поэтому сегодня с нами играет чемпион по греку, а ехал через лепу на непоклопы. Но больше всего подготовился Женька, да? Сама Хэллоуин эту маску свою уродскую не снимает. Сними эту маску, там фото люди смотрят! Да отстань! Опа! Барышня, может быть, сходим куда-нибудь вечером? Я не могу, у меня пост. Какой? Ничего жирного. Все, третий фестиваль открытый вид. Начало третьего сезона. Принято дарить что-то на эти даты. Может быть, погоняло, я не знаю. Какой лиги можно придумать погоняло? Открытая смешная. В смысле смешная? А что, тебе клоуны, что ли, чтобы на ней смеялись, люди, да, ходили, или что? А давайте подарим Лиге часы. Ваня, зачем Лиге вот часы? Чтоб Лига отсчитывала свои позитивные минутки! Ну что, друзья, ловите минутки позитива! Молодой человек, можно вас, пожалуйста? Давайте присядем. Да где мы ее держим? Держим! Мама Макса Коржа забирает сына из детского сада. Максик, пойдем домой, Максик, пойдем. Это же не ваш ребенок. Батя дал сыну очень ответственное поручение. Давай, Славка, прям Дюша, Дюша, толкай, что мы вам ради этой недели. Давай, Слава, ничего, давай, терпи. Бог терпел, нам велел, надо толкать. О, Слава, мы сдвинулись. Молоток вырастешь, такой гвалтный у меня будешь. Да ну-ка, это ж нет, машина. Слава, толкай быстрее же. Часто бывает, что известные КВНщики после завершения своей карьеры уходят в разные сферы жизнедеятельности. Давайте посмотрим. Мужики, ну это пианино, нам еще елки-балки, два этажа дальше. Ладно, дипломаты, собрались! Дорогие друзья, ну а для чего мы показали последний номер про команду КВН «Барбабар»? Дело в том, что по завершению своей КВНовской карьеры мы бы хотели, чтобы у нас было все. Известность и работа на телевидении. А я буду Ларисе Гуздеве поддакивать. Команда КВН «Реакция» на «Смотрите нас в сезоне» и «Давай поженимся». Спасибо!